Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем миниатюр «Шоколадный рояль» ко дню Святого Валентина. Начнем. Раскатываем пласт полимерной глины шоколадного цвета 2,5 мм толщиной. Прикладываем шаблоны, вырезаем их по контуру. Шаблоны я приготовила заранее. Это дно нашего рояля. Главное соблюдать точность при расчетах и аккуратность при вырезании. Теперь вырезаем крышку. Для нее я использую тот же самый шаблон дна, но на 1,5 сантиметра короче. Шаблоны лучше рисовать на бумаге в клеточку, как у меня, или на миллиметровой бумаге, еще лучше. Приступаем к боковым частям. Их у нас две. Одна прямая и вторая волнообразная. Перемычка, которая будет отделять нашу клавиатуру от бассейна с сердечками. Таких деталей нужно будет две. Одна шоколадного цвета и одна белого. Вторая боковинка, та, что потом станет волнообразной. Ну и клавиатура. Приступаем к созданию клавиш. Лезвием делаем насечки примерно через каждые 2 мм. Из шоколадной полимерной глины отрезаем полосочки и прикладываем их на место черных клавиш. Я начала укладывать с ми бемоля. Клавиатура готова. При
приступим к сборке корпуса. Вокруг дна с дугообразной стороны подставляем боковую стенку. Важно! Оборачиваем боковой стенкой, не ставим на дно, а именно оборачиваем. Выкладываем клавиатуру, слегка прижимая, чтобы не сдвинуть клавиши. Ставим перемычку и все аккуратно прижимаем. Корпус почти готов, осталось добавить верхнюю полочку на перегородку и нижнюю. Их я сделала без шаблона, на глаз. Приступим к ножкам. Раскатываем два пласта 2,5 мм толщиной, ложим их друг на друга и складываем их пополам. Делается это для того, чтобы задняя часть ножек была овальной формы. Прикатываем скалкой нижнюю часть ножки, слегка продавливаем. Высота ножек 4 см. По тому же принципу делаем оставшиеся две ножки. Осталось сделать подставку для педалей. Пласт 2,5 мм толщиной складываем пополам и прокатываем скалкой. Вырезаем две одинаковые полоски и подставку.
Из трех кусочков делаем педаль и все собираем. Перед тем, как все запечь, я покрыла педали золотой пудрой. Отправляем все запекаться при температуре, указанной производителем. Приступим к заполнению нашего рояля вкусностями. Красную полимерную глину я натерла на терке для удобства размягчения. Заливаем гелем и перемешиваем. Из двух оттенков розового катаем шарики разных размеров и формируем сердечки. Жидкая пластика уже залита в сердце рояля. Убираем лишь пузырьки деревянной палочкой или зубочисткой. Опускаем сердечки. Клеем, смазываем боковую сторону и приклеиваем крышку рояля. Также я отдельно скатала колбаску, чтобы сделать держатель для крышки. Отправляем на повторное запекание при той же температуре. Сборка. Все элементы смазываем клеем и приклеиваем на свои места.
После того, как все просохло, можно лакировать. Я покрыла в два слоя лака для большего глянца. Ну вот и все. Размеры шаблонов я оставляю под видео. Вы смотрели мастер-класс «Шоколадный рояль» от Тристани. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!